А что это за ерунда такая? Такс. Так когда уже достроится здание четырехэтажное? Я так уже хочу туда переселиться. Мне сказали, что я могу прийти посмотреть на манекены в нашей Зитрушей новой квартирке. Ну, типа, манекены стула, компа, типа, если не понравится, что-то можете переустановить. Открываем. Ля, какое прикольно, прикольно. Вот коврики нужно ставить, коврики прикольные идеи. Дальше. Ком. Ну, в принципе, нормально. Таком можно будет посидеть, поиграть. Так, дальше, ну, естественно, вот эта штука, прямо комната, точно повторяли, теперь комната Зитруши. Что мы тут имеем? Нормально, нормально. Так, туалет. Так, туалетик, нормально. А теперь я пойду на свою снафскую работку. Сире не ждет, как говорится. Так, ладно. Спускаемся в самый низ. Сюда. И погнали. Статую тут поставили Стива, который основал этот город с пиццериями. Без этих пиццерий уже достали. И обращайте внимание, то есть у меня перестрелка какая-то была на улице. Капец, просто тут все было в дырках. Но сейчас тут более-менее и заклеили как-то, ну ладно. Так. О, ровно 12 часов. Фу. Ну и воняет от этого шлема капец. Так. Что мы тут имеем? Шлема всякие. Опа-на. Шлема повыпадали. Это получается Бонни. Это Фокси. Это Бонни. А это Тунь Бонни. Так, ладно, все туда вот так вот закинули. Все, погнали. Час ночи. Так, я не знаю, что ожидать сейчас от часа ночи. Надеюсь, все будет нормально. Так, планшетик берем и... Ага. Все, я должен туда уйти, надеюсь. Нужно будет сюда другое кресло купить, потому что здесь... Господи, вот сюда мне тишина. Здесь какое-то кресло не крутое вообще, оно твердое, даже этих подлокотников нормально нет. Капец, но все-таки интересно, что произошло с этим человеком, после вот этого застревания в костюме. Зачем мне эти головы аниматроника? Он идет. Как вы видите, я тут закрыл проходик. И... Ой. Ай, моя голова. Капец, она закружилась. Там все починилось вроде бы. Пока. Подождите. Чё за... Вроде бы камера это не может заснять. Тут зеленый какой-то Фредди стоит. Подождите. Почему его камера не может снять? Тут реально такой зеленый Фредди. Ой, кислород. Так, буду смотреть дальше. 2 часа ночи. Ой, капец, я устал. Так хочется спать. Голова Бонни. Не буду доставать.
Если костюм Фредди еще как-то с инструментом. Этому костюму уже больше 5 месяцев. Даже, ну, 4 месяца. Он такой старый уже весь. Вы... Вот смотрите, я вам устраиваю небольшой челлендж. А подождите. Ха-ха-ха! Все, иди. Так вот. Предлагаю вам небольшой челлендж. Кто напишет, какого числа была первая часть ФНАФа? И когда это вообще было? Тот получит лайк и сердечечко. Так. А теперь мне интересно. Вот ты весь такой за... Вот он такой грязный весь, поломанный, как будто бы он, не знаю, только ощущение, что он 2 года просто из той пиццерии был перевезен. Зачем вообще костюмы сюда перевезли? Еще недавно узнал, что из второй пиццерии всех аниматроников поразвозили по разным местам. А весь мусор с них кинули вот в эту пиццерию. А здесь она еще даже не открылась, она уже выглядит как будто 100 лет, и она уже закрылась. Пип, 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 пип. Похлоем. Так-с. Так, давайте-ка сходим проведаем обстановочку. Там вроде бы утро уже наступает. Подождите, на часы посмотрю. Конечно, утро наступает. Уже, блин, 3 часа. Не знаю, идти не по-моему, но я лучше не пойду. Ха-ха-ха! Так, звуки кину. Вроде бы нормально. Ладно. Ой. Ой. Голова закружилась. Жесть. Вентилятор. Быстрее. Чё? А, это я телефон зарядку тут еще поставил. Вот так вот сюда. Хотя бы зарядка работает. Пип-пип-пип-пип-пип-пип. Ну всё. Готово? Осталось. Блин, интересно все-таки, что же там происходит? Фу, он же воняет, капец. Уже ранний рассвет. Сейчас тут уже светлеть будет куда хуже, потому что зима приближается, все дела. Добрый смоушен, каптулив, бдези боишь. Надеюсь, никто меня не кокнет. Ха-ха-ха! Так, вроде бы никогда еще не покашнуть ты. Здесь марионетка, здесь без камеры не снимают эту марионетку. Почему вот этих зеленых аниматроников, кроме спиннинг-трапа, камера не может снять? Что за ерунда? Исчезла. Ой, головка закружилась. Пип, 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 пип. Ой, ранее, ранее рассвет, ранее, рассвет. А как уже 5 часов? Без времени. Пять часов 36 минут. Осталось еще немножко, короче. 24 минуты. Хорошо, что 24 минуты, а не 24 часа. Капец. Давайте тогда в книге крафтов пока что половину. You can run, you can tie, always keep all of them. You can run,
Так. Чё, немного осталось? 5.58. Так, 5.58, отлично, скоро сюда свалю. Это можно, наверное, ранний рассвет. Ну да. Никак туда не залезь, короче. Да-да-да-да-да-да-да. Капец, рассвет, рассвет приграннейший. Ну что я могу вам сказать, друзья? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. С вами был я, Андрей, и всем покулики. До свидульки. Не забывайте подписываться на канал. Эй, пацан! Подпишись на канал, здесь только интересного, интересного. И пацан, ну или пацанка, подпишись скорей на канал, подпишись. У-у-у. Эй, пацан, или пацанка, подпишись на канал, здесь очень классный канал, ставь лайк поскорей. И всем пока!